Рождение ребенка – настоящее чудо природы. В стенах Мозырского роддома ежегодно появляются на свет порядка 2000 малышей. Это новорожденные жители не только нашего города, но и 5 соседних районов – Жидковичского, Петриковского, Норовлянского, Ельского и Лельческого. Очень все хорошо. Врачи, акушерки, санитарочки – не все внимательные, все помогают. То есть даже где-то есть психологическая поддержка, потому что, ну, все-таки родовая депрессия, она присутствует. Внимательные все, относятся очень хорошо, как бы стараются успокоить, потому что видно сами мамочки. Ну, очень все хорошо. Своему второму ребенку Марина дала красивое имя Ренат. Волею судьбы мальчик попал в реанимационное отделение и первые дни своей жизни находился под круглосуточным наблюдением опытных врачей и медицинских сестер. Здесь ведут борьбу за каждый маленький вздох. Благодаря современному оборудованию в Мозырском роддоме сегодня успешно выхаживают детей, родившихся раньше срока, маловесных малышей и тех мальчиков и девочек, у которых нарушены некоторые жизненно важные функции организма. У нас есть в достаточном количестве оборудование. Это современные кювезы для выхаживания недоношенных. Это аппараты ИВЛ высокого класса, которые позволяют проводить высокочастотную вентиляцию легких. Это широкий спектр диагностического оборудования. Есть возможность проведения ультразвукового исследования головного мозга и сердца плода на аппарате высокого класса. Проводится для новорожденных аудиологический скрининг. Имеется специальное оборудование. Это для определения врожденной тугоухости у ребенка. Аудиологический скрининг сегодня делают всем малышам без исключения. А для маленьких пациентов в отделении интенсивной терапии предусмотрены дополнительные процедуры и обследования, чтобы хрупкие младенцы смогли по-настоящему укрепнуть. За всем этим стоит штат квалифицированных медиков, готовых также оказать и психологическую помощь родителям. Причем в арсенале не только беседа о состоянии здоровья маленьких пациентов. К нам в отделение реанимации мы приглашаем мам посмотреть ребенка, прикоснуться к нему. Прикосновение матери, взгляд, положительная аура. Это, собственно говоря, единое целое мать-ребенок, которое, ну, в силу определенных причин им пришлось разлучиться. Но встреча с ребенком для мамы уже ожидание увидеть его – это большая радость. Потому что если мама находится в неведении, она тревожится еще больше и еще больше переживает. А для ребенка это тоже, он же помнит маму. Тактильное ощущение, конечно, каким-то образом они обязательно передаются. В работе персонала роддома нет мелочей. С каждым шагом крепнет путь к обеспечению демографической безопасности всего региона. Акушерская гинекологическая служба – одна из самых сложных, я считаю, в здравоохранении, потому что каждый пациент, обратившийся к нам, он требует индивидуального подхода и высокой квалификации медицинского персонала. Недавно Министерство здравоохранения дало официальное разрешение на посещение рожениц и новорожденных в послеродовых палатах. Такие визиты станут возможными при согласии лечащего врача. Но в палату к маме и малышу пустят только посетители без признаков инфекционных заболеваний и алкогольного опьянения. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».